будущее через прошлое. Казалось бы, с 1966 года прошло всего 50 лет, а сколько изменилось вокруг. Кстати, может быть, кто-то знает, в каком году было открыто Игольское месторождение? Thank you.
красивой музыки забвение, от красивой музыки слова. Пусть хорошим будет настроение в этот вечер, завтра и всегда. Thank you.
новые ветра, к нему питаем чувства выше долга, теплее, чем пожелание добра. Ни вы, ни мы не можем жить иначе, и жизнь сама дает наказ такой. Глубокий вздох на юбилейной дате, и снова в путь, и снова в непокой. Акционерного общества «Томскнефть РНК», юбилей «Томской нефти»!